Что это такое? Это путь, который начинается в какой-то точке и проходит по всем ребрам графа по одному разу. Ну вот, в данном случае мы начали здесь, закончили здесь. Каким свойством он все время обладает? Любой такой путь, да? Что мы проходим по линии по одному разу. Ну да, это требуется. Да. То, что есть только две точки, из которых уходит нечетное количество отрезков. Или две, или ноль. Поняли? Да. Если начало пути совпадет с концом, то есть если мы сейчас придем сюда, то будет. Если не совпадают, то, соответственно, здесь нечетное количество, здесь нечетное количество. А из всех остальных что? Четное. Четное. Почему из всех остальных четное? Ну, по очень простой причине. Потому что вы вошли, вышли. Да? Походили, 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 вошли, вышли. При каждом проходе у вас кто-то за границу летал, может быть, знаете, что там при пересечении границы ставят штампик. Да. Паспорт, да? Вот, замечательно. И смотрите, какая история. Вот вы улетели, вам поставили паспорт, штампик, что вы улетели. Там полетали, полетали, может быть, даже в нескольких странах побывали. Но это все удалилось. Сюда сейчас ничего, к сожалению, нет. Вот, это очень плохо. Ну вот, полетали, полетали, и назад прилетели опять в свою страну. Что происходит? Вам ставят штампик, что? Что вы приехали. Что прилетели. И если вы, что называется, родились здесь, и несколько раз съездили и опять оказались здесь, то в результате у вас штампиков будет сколько? Два. В два раза больше, чем поездок. Логично? Да. Логично, все, понял. Тема сегодняшнего занятия – это Эйлевы пути. И прошлый кружок был тому же посвящен, но я надеюсь, что вы разберетесь. Значит, смотрите, что это такое. Это мы вышли, ходим, 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 завершили путь здесь. Вот здесь степень вершины равна единице, здесь степень вершины равна трем. Все понятно? Да. Все понятно. Можно ли из куска проволоки длиной 120 сантиметров сделать каркас куба? Так, что такое каркас куба? Надеюсь, все понимают. Вот это кубик, только сделанный не из куска металла или не из пластинок, а только ребра. Понятно, да? Только ребра. Вот самой грани нет, он такой весь полностью прозрачный. Вот, давайте я даже, потому что просвечиваю полностью. Да? Вот, вот такой кубик. Между прочим, когда вы решаете задачи про кубы, очень часто разумно не так рисовать. Знаете понятный способ рисовать куб, чтобы не было вот этих пересечений? Просто стереть. Не, стереть пересечения хорошо, но они от этого все-таки такой способ. Никогда не видели? Видели. Это как выглядит куб, если к одной его грани подойти близко-близко. Тогда она будет казаться большой. Это идея, да? Вот. Так иногда легче решать, потому что вот это же на самом деле не часть куба, это потому что мы просто смотрим на него, и вот эти линии они пересекаются, в пространстве не пересекаются. Вот так вот иногда даже лучше. Так вот, вопрос. Сколько у куба ребер? Да. 12. 12. Значит, если в задаче говорят, что у нас проволока длиной 120 сантиметров, а у куба 10. 12 ребер, и каждая длиной 10, 10 то реально спрашивают, можно ли пройти по вот такому графу, по каждому ребру по одному разу? Можно или нет? Как вы считаете? Нельзя. Почему? А потому что там, получается, с каждой вершины выходит по три отрезка. Да. На самом деле, не то, что из каждой вершины, а то, что таких вершин больше двух. Понимаете, вершин нечетной степени
слишком много. Больше, чем 3. Понятно? Так, а теперь пункт Б, той же самой задачи. Скажите, пожалуйста, а какая должна быть длина проволоки, если ее разрешено сгибать как хочешь? Разрешено даже на 180 градусов. То есть проволока такая абсолютно гнущаяся, такой в жизни даже не бывает. Вот представьте, это математическая проволока, которая идеально гнется, да, в конце. Вот, вопрос, какой должна быть длина этого куска проволоки, чтобы можно было сложить кубик? Не разрезая эту проволоку. Проще говоря, какой маршрут, проходящий по всем ребрам? Ну, как вы считаете? Вот 12 ребер, видно, что не получается. А сколько? Не знаю, там 20 ребер, если пройдете. Можно суметь пройти по всем или нельзя? Совсем не математика. Но поскольку уж мы с вами наблюдали, что мы со стороны церковном зале, все знают бытовое, очень серьезное отличие между православной церковью и католическими, и протестантскими. Казалось бы, и то, и то христиане. Чем, так сказать, с точки зрения пользователя, сильно-сильно отличаются эти церкви? Да? Что православные – это такой вот народ, ну, который не католический храм, они верят только в одного Бога, а в католическом – нет, почему? Идея Троицы, она вполне себе у католиков тоже есть, там, ну, Мать Христа, Христос, очень даже, что называется, прославляются. Нет, я говорю не о различиях, что называется, церковных текстов, хотя они очень мало отличаются, отличаются в основном уже все-таки просто тем, что в какой-то момент церковь организационно раскололась, и православие, это некоторое вот, застыло, как оно было там тысячу лет назад, да? Вот, нет, я говорю с точки зрения именно обычного простого человека, совсем-совсем простого, который входит в церковь. Знаете или нет? Как зрительно отличается там, католический, протестантский от православного? Не задумывались? Ребят, если вы входите в любой православный храм, то вы обнаружите, что там нет стульев, скамеек. Там человек не может посидеть. Согласны? Замечательно. А в католическом что? Обязательно есть. Причем не просто есть, а стараются, чтобы было, ну, чтобы на всех хватило. Понятно, да? Замечательно. Вопрос. Почему так повелось? Почему православные принципиально не ставят скамейки? Казалось бы, это же удобно, когда есть стул, можно посидеть. Особенно это, господа, удобно не вам сейчас, а вам через там, 30, 40, 50 лет. Потому что чем человек старше, тем ему труднее стоять. Ну, при том, что мы делали, ну, чтобы мы делали какую-то жертву для Бога. Вот, абсолютно верно. Дело в том, что в какой-то момент у вас слабее. К сожалению, возникла мысль о том, что люди должны страдать, что людям должно быть плохо, и что настоящая жизнь – это жизнь после смерти, это жизнь там, ну, в раю и так далее, и так далее. А, так сказать, на земле жизнь – это полная ерунда, и поэтому должно быть больно. Это очень грустная и очень, на самом деле, хорошая идея. Потому что в результате получается, что мы специально мучаем себя, да? Вот. И главное, православная церковь очень жестко отрицала светское использование своих зданий. То есть для католиков провести в церкви, я не
концерт музыкальный какой-нибудь, абсолютно нормальный. Вот я был в Вене, там во всем городе все время музыкальные концерты. Ну, на самом деле, таких городов немного, но вот в Вене это так. Во многих других странах тоже, пусть не гораздо меньше, чем в Вене, но просто музыканты используют церкви как концертные залы. Понятно, да? И это хорошо, потому что не нужно лишние залы строить. Вот. Более того, для любого собрания, просто вот людям какого-то там, не знаю, какой-нибудь деревни или какого-нибудь города, нужно о чем-то поговорить. В католической церкви они совершенно спокойно приходят, собираются и пошли говорить. Вовсе не о Боге, не о смерти, а о конкретных вещах. Там, у нас там то-то. Православная церковь всегда категорически противилась использованию для нормальной жизни своих храмов. И понимаете, что в результате получилось? Вот православные всегда не пускали. Они разделились, ладно. Посмотрите размеры храмов в Европе и храмов в России. Ну, сейчас, конечно, там всякие там суперхрамы строят, там типа храм Христа Спасителя в центре Москвы. Это деревянные храмы. Маленькие были. Да. Все православные храмы меньше, резко меньше, причем католических. Почему? Потому что в католических разные концерты проходили. И не только концерты, а просто, я не знаю, там людям нужно поговорить, а? Мероприятия разные. Просто о чем-то понятно, да? Там собрать кого-то для чего-то, и понятно, что если здание все время используется, то логично построить его побольше, получше. И, и в этом участвуют не только фанатически верующие, но и просто все, просто потому что оно да, полезно. И наоборот, если это только для истинно полностью верующих, то таких всегда мало, и логично, что, соответственно, они получаются маленькие. И вот, ну ладно, это к слову пришлось. А все-таки задача как? Кто-нибудь может предложить такой маршрут? Ну, я не знаю, из 20 ребер. Можете? Именно куб. Именно куб. Покажите. Давайте решать как решать. Вот вам дело. На каком-то ребре пишите один, потом на следующем ребре два и так далее, и цель пройти все. Один, дальше. Два. Три. Дальше. Четыре. Пять. Пока все хорошо. Шесть. Дальше надо по какому-то из ребер пойти. Идите, что? По какому хотите. Можете по двойке, можете по тройке. Куда напишется число 9? 9, отлично. 9. Да. 10. 12. 13. 14. Спасибо. А там еще одна. Нет, дальше идите. 15. Да. 16. Ну и 17. Так, вот, отлично. Отлично. Вы придумали маршрут длины 17. 16 можно. А можно вы всегда порисуете? Дело в том, что на самом деле можно даже после этих 16. Можно по ребрам сколько раз проходить? Да хоть 30 раз, только это будет плохо. Ваша цель – потратить как можно меньше ребер. И пройти при этом по всем. Понимаете, после того, как она показала нам рисунок, где 17, разумеется, уже слишком много раз не стоит.
у нас тут уже кто-то сказал, что 16 может. На самом деле даже 15 может. 20,5 градусов. Сейчас в аудитории. Так, пока я там температуре интересовался, что... Я тоже питался. Поздно. Уже проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, тут не 212, а запятую здесь поставьте. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, пока все хорошо. 14, да, 15. Вообще-то спасибо. Все поняли, что все хорошо? Да. Вот, вот вам маршрут длины 15, который действительно проходит по всем ребрам. Кстати, если она бы захотела, она нарисовала бы 16-й отрезок и замкнула бы. Понятно, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, кто говорит? 11, 12, 13, 14, 15 и при желании 16. Вот. Но теперь осталось доказать, что лучше нельзя. То есть... Если вас интересует Эйлеров путь, который проходит по всем ребрам, давайте докажем, что он не может быть короче, чем 15 ребер. А если Эйлеров цикл, то есть путь, который заканчивается там же, где я начался, то он не может быть меньше, чем 16. Это правда. И то правда. Давайте докажем. Заметьте, рисовать уже ничего не надо. Потому что совершенно непонятно, как можно было бы доказывать. Здесь нужно какое-то рассуждение. Нужно придумать какую-то причину. Нехорошо просто говорить «придумать причину». Скорее указать, понять почему. Да? Почему маршрут не может быть слишком коротким? 12 ребер. Ну и что? Могли бы обойтись 14. Нет, непонятно. Здесь из вот этих граней выходит 4, а из нижних, вот этих, которые... Нет, типа вы все время путаете вершины, ребра и грани. Смотрите, грань – это многоугольник, о котором можно удариться. Ребро – это отрезок или линия, о ней можно порезаться. Вершина – это точка, это угол такой, о него можно уколоться. Посмотрите на левую доску. Что видно? Если маршрут начался где-то, то эта точка может быть нечеткой степени. Если он где-то закончился, вот та точка может в нечетной степени, да? А все остальные какой степени? Четкие. Вот давайте возьмем кубик, вот уберем все эти числа и поймем, какие степени вершин этого графа. Какие степени? Сколько выходит из каждой вершины отрезков? Да. Три. Три, конечно. Везде три. Что будет, когда мы сложим все эти тройки? Их вообще-то 8 штук. 24. Получим 24. А как узнать количество ребер? Надо разделить на 2. Надо разделить на 2. Почему? Это мы обсуждали уже. А, потому что мы разрезали каждого ребра разрезали. Есть начало и конец, да. Две точки. Понятно? Потому что когда вы считаете, сколько выходит вот из этой вершины, три ребра, а потом считаете, сколько выходит из этой, то вот это ребро посчитано дважды. И вообще любое ребро посчитано дважды. Значит, получается число 12, так? Да? А теперь внимание. Вот у нас есть Эйлеров путь.
Господа, запросто может быть, что там, откуда он вышел, и там, где он закончился, степень осталась тройкой. А в других точках может степень остаться тройкой? Вообще-то нет. В другой, в любой вершине эффект простой. Вошли, вышли. Погуляли, погуляли, вошли, вышли. Чтобы вот здесь вот пройти по этим трем ребрам, мы должны были на самом деле пройти по четырем ребрам. Понимаете ли? Вот у нас есть вот эта точка, в ней сходятся три ребра. Смотрите, вот мы прошли, все замечательно. Погуляли, 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 вошли, и дальше что делать? Куда-то идти. Потому что эта точка не начальная и не конечная. Вот здесь степень 3, пожалуйста. Здесь степень 3, пожалуйста. А в каждой остальной точке, видите, вот это ребро пройдено дважды, а эти по одному разу. Поэтому минимум это сколько? 15. Минимум получается так. Мы можем оставить тройки в начале и в конце маршрута, а все остальные надо на что заменить? На четверочку. Может быть, на шестерке, если мы через них несколько раз прошли. Но уж на четверке точно. И осталось посчитать, сколько это будет. Если вы берете 6 четверок, это сколько? 24. А? 24. 6 умножить на 4, 24. Все знают? Да. И еще плюс 3 и плюс 3. 30. А пополам? 15. 15. Вот. Вот это и есть доказательство. Понятно или непонятно? Не может через вершину пройти слишком мало, через неначальную и неконечную, пройти слишком мало ребер нашего маршрута. Хотя бы 4 должно пройти. Вот. Теперь вопрос. А если у нас эльф цикл? Понимаете, что тогда будет? 16. Начало должно совпасть с концом, и степени всех вершин должны быть не меньше 3, и при этом четные. Какое самое маленькое четное число, которое... 4. Не меньше 3. 4, конечно. Значит, здесь придется тоже написать 4. А когда вы складываете все 4, 8 штук, получается... 32. 32. И пополам? А 16. 16. И будет ответ 16.